Вот, Никита фактически уже в своем саду берет яблоки. Тут жил хозяин, который занимался этим разведением. Вот, видите, какие яблоки, очень вкусные. Видимо, морозостойкие. Ну, обижали тут зайцы, многое погрызли. И вот пришли мы сейчас, многое уже птицами поклевано. Ну, какого размера показать? Ну, вот в ведре. Вот в ведре я держу их 5 штук. Видно, не видно. Вот. Вот какие. Вот он уже ведро набрали. Пришли. И какие яблоки красивые. А рядом это гречишное поле барабаша. Алешины копны. Он коз держит. Вот он построил пока не дом, а сарай. Там его видать даже. Закрылся. Вот трансформаторная будка. Не знаю, еще видать, не видать тут. Там Усинов Володя и Андреева крыша чуть видать. Вот вот эти яблочки. Уже все обобрано. Решили показать, как. Павел много взял. Там тоже видать яблоки. Яблочки. Ну, яблочки там помельче. Вот еще много у него яблочек. Теперь думаем бывшему хозяину, как отвезти яблочек. Потому что, хотя хозяин тут сейчас и другой, но все сажал он. Его надо как-то маленько поддержать, чтобы он не унывал. Потому что сатана многое потрудился над ним. Ну все, Никита, слазь. Я полегче тебя полезу кверху, попробую. Потом уже в доме, из дома сделаем фоторепортаж, как он Никита сейчас пробивается через крапиву. Тут пасека у него была, у этого прежнего хозяина, у Павла. И там все загорожено, и наверх поднимать, как установлено, колодки на второй этаж хранить. То есть перспективное место. Он работал на устройстве, строил ракетные шахты под землей. Поэтому пенсия большая, и там облучение какое-то получил, и вот, и все с арматурой связано, понавез тут арматуры с Киргизии. Ладно, пока. Все, все, фундамент, все у него здесь сварено, сварено, как Хиросима. Будет и здесь война, только Павлов дом этот остался бы, то есть не дома, а от него этот остров. Ну, а теперь Никита, вот он. Ну, Никита, как, вкусное? Очень. Все, отошел.